Под ногами еще хрустит снег, но с деревьев уже капает все, потому что пришла весна, и студенты по традиции приехали в снежный лес прощаться со сказочной зимой. Ежегодно в начале марта, когда весна уже вступает в свои права, студенты Казанского федерального выезжают за город в еще снежные леса Зеленодольска. Здесь одни катаются на тюбингах, другие на снегоходе, а кто-то впервые встает на лыжи. Мне нравится зима, просто в моем городе, в Китае, у нас снег мало бывает, поэтому мне очень нравится как-то снег. И здесь вокруг и здесь снег, поэтому очень понравится. И кататься я очень хочу научить, но просто мне тяжело. У нас там снег мало, поэтому большинство нас не умеет кататься. В лесу не только теплая погода, но и дружественная атмосфера. Студенты целыми группами скатываются со снежных горок, а некоторые, не торопясь, беседуя с товарищем, с легкостью преодолевают 5-километровые лыжные трассы. Конечно, настроение отличное. Зеленодольск – мой родной город. И эту трассу спорткомплекса «Маяк» я знаю как свою родную. Тут с 5 лет катаюсь. И все отлично, погода хорошая, вокруг друзья, поэтому все прекрасно. Природа пробудилась, а с ней пробудились и студенты. Свое спортивное субботнее утро 4 марта встретило около 150 студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института экологии и природопользования. Теперь свежего воздуха и озорного настроения, надеются студенты, хватит на целый год. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.